Всем доброго времени суток. Сегодня хочу вам показать, рассказать свою еще одну такую вот растюшку. Она называется Астерия. Должна быть Астерия килеватая. Бестебельное растение. Листья должны образовывать спиральную розетку. Толстые, мясистые, здоровые. Длина их может составлять до 15, тут даже есть, вот вижу, и больше сантиметров. Вот. Отличие от остальных астерий — это вот присутствие таких бородавчатых точек беленьких. Они очень хорошо ощутимы, очень красивые, в особенности хорошо смотрятся на молодых листьях. Красавица посажена в мелкие гранатсев. Фракция, я уже не помню, какая там фракция. 5-7 миллиметров, что такое. В общем, она у меня из октября месяца 2018 года. Сейчас уже у нас какое? У нас 3 марта. Данная астерия у меня недавно выгнала стрелку и зацвела. Такая стрелочка у нас идет. Так. Цветочки. Ну, само цветение я выложу в видео отдельно, я снимал. Так. А это хочу похвастаться удачным опылением данного вида. Вот видим, начинает зреть семенная коробочка. Вот так. Вот она, семенная коробочка. Это единственное, которое действительно опылилось у меня. Хотя я пытался произвести опыление как минимум со страховочными вариантами. У меня было 4 или 5 цветочков. Опылял, просто интересно было опылить, посмотреть, что оно, как оно и тому подобное. Цветы у этого растения очень своеобразные. Я не ожидал, что они так быстро цветают. Кстати, все цветки, которые не были опылены, подпадали уже буквально на второй день после цветения. То есть цветок раскрылся, зацвел, и все. Если не было опыления, он сразу отсыхает и падает. Вот это последнее я пытался опылить. Не знаю, что с этого всего получится, но так как стрелка здесь вот уже начала пересыхать, здесь, ну, ничего хорошего не получится. Ну, будут семена, попробуем вырастить. Я, конечно, рассчитывал, что она будет немножко дольше цвести. Тогда у меня была планировка попытаться схрестить ее с хаортией трунката. Она у меня тоже планируется цвести в ближайшее время. Он уже начало цветоноса есть. Такие небольшие усики — это уже начало стрелки. Кстати, у астерии вот это так же самое начиналось. Это процедура. Из середины вышла стрелка. И все. То есть такое. Вот. Надеялся, но не получилось. Не получилось. Может, еще что-нибудь зацветет. Будем смотреть. Это моя живность. Малыши. Более взросленькие. Обязательно не пентис. Плохо видно, но видно. Так, об этом будет отдельно. В общем, все. Всего хорошего. Спасибо за внимание. Пока.